Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Можно ли как-то выбраться из состояния, когда в жизни ничего не хочешь, ни работать, ни семейные отношения, ни детей? Есть лишь одно желание броситься и уехать куда-нибудь далеко, чем заниматься там, без понятия. Просто хочу уехать и точка. А, нет, ну если вы хотите уехать, то я думаю, что уезжать. Это как бы решать исключительно вам. Другой вопрос заключается в том, что вот как будто бы что-то подавляет, как будто бы вас что-то отталкивает, вызывает отвращение, возможно. И мне представляется, что эта проблема не решится, если вы куда-то уедете. Потому что так или иначе вы будете как бы находиться вместе со своей головой, вместе со своими проблемами. То есть проблемы никуда не уйдут. Вот. У вашего такого состояния, что вам ничего не хочется, есть причина. В частности, мне показалось, по крайней мере, вот по моей какой-то такой реакции на то, что вы описываете, мне показалось, что вы как будто бы должны, то есть вот, как будто бы вы должны делать вот все то, что вы перечислили. Как будто бы, вот, знаете, ну, прям вот, ни много ни мало, да, вас заставляют. Вот. То есть, ну, понятно, что я не знаю наверняка, заставляют ли вас на самом деле. Я слабо представляю, что, взрослого человека можно заставить делать что-то, чего он, например, не хочет делать. Вот, я слабо это представляю, но тем не менее, по вашему описанию, я бы предположил, что вам, вы чувствуете гнет. Вы чувствуете гнет от того, что должны делать то, чего вам делать не хочется. Опять хочу подчеркнуть, что я могу ошибаться здесь, вот, хочу подчеркнуть, что я могу быть неправ здесь. Но, на мой взгляд, ситуация выглядит таким образом, что вы боитесь ответственности сейчас. И, соответственно, хотите уехать, чтобы ее не чувствовать. Чтобы не чувствовать эту ответственность, которая, вероятно, на вас давит. Да? То есть, что я сейчас делаю? Что я сейчас делаю? А я сейчас делаю следующее. Я сейчас раскрываю вам, в общем, то, что вам нужно самой для себя понять. Я раскрываю вам то, что вам нужно самостоятельно для себя выяснить. Вот. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Так. Ну, вот. Такой аспект, как мне видится, и
как мне кажется. Можно ли выбраться? Да, выбраться можно. Выбраться из этого состояния действительно можно. Вот. Но я бы сказал, что для этого нужна, возможно, психотерапия в первую очередь. То есть самостоятельно вы не сможете этого сделать. Самостоятельно вы не сможете выбраться из этого состояния, потому что находитесь в рамках, ну, привычного восприятия мира, и, соответственно, у вас нет возможности посмотреть на себя, грубо говоря, со стороны. Вот, как это может сделать психолог и так далее. Вот. Значит, что бы я предложил? Я бы предложил, в первую очередь, да, что примечательно, даже в своем желании уехать, вы как будто бы оправдываетесь. То есть, вот, вы чего-то хотите, да, и тут же как бы говорить, что, ну вот, я не знаю, говорите вы, чем я буду заниматься. Вот. То есть такое ощущение, да, как будто бы кто-то от вас вот, ну, требует, чтобы знали, чем вы будете заниматься. Вот, то есть это вот внутреннее требование. То есть уезжаете вы, бежите вы от внутренних требований к себе. Вот, требований к себе. Очевидно, неадекватных вашим возможностям. Очевидно, вы не способны, в силу объективных факторов, вы не способны обеспечить свои требования. Вот. Ну, надо сказать, что ничего такого прям плохого в этом нет. Так вот, что вы можете сделать? Вы можете сделать следующее. Вы говорите, что хотите уехать. Попробуйте для себя определить вот в этом желании уехать, чего вы хотите. То есть спуститься немножко глубже. Это, на мой взгляд, будет куда более важным и понятным. То есть, в случае, если вы не можете уехать сейчас, да, ну вот, в случае, вы сможете лучше реализовать то, чего вам хочется. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи!